Керамогранит является относительно молодым отделочным материалом, однако уже успел зарекомендовать себя как долговечное и очень прочное напольное покрытие. Залогом его долговечности является качественно выполненная укладка. Будучи инновационно ориентированной компанией, Estima Керамика заинтересована не только в улучшении качества собственного продукта, но и в повышении технологической культуры укладки керамического гранита. Одним из примеров, демонстрирующих нашу направленность на технологические инновации, является участие в строительстве жилого комплекса «Эго-дом». Для облицовки пола подземной автостоянки жилого комплекса «Эго-дом» был выбран технический керамогранит торговой марки «Estima». При укладке керамогранита использована инновационная немецкая технология, которая отличается высокими эксплуатационными свойствами. Вначале готовится полусухая стяжка. Смесь для стяжки подается при помощи пневмонагнетателя. Смесь состоит из цемента и крупнозернистого песка первого класса. Полусухая стяжка тщательно выравнивается. На свежевыполненную стяжку наливается цементное молочко, содержащее пластификаторы. Затем цементное молочко равномерно распределяется зубчатым шпателем. Непосредственно на цементное молочко укладывается керамогранит толщиной 12 мм. Утолщенный керамогранит рекомендован к использованию в тех помещениях, где напольное покрытие испытывает повышенные точечные нагрузки. За счет увеличения толщины до 12 мм разрушающая нагрузка, которую способна выдержать плитка, возрастает в 2,5 раза. Керамогранитная плитка укладывается с плотным прижатием к стяжке. Новая технология укладки керамогранита отличается высокой производительностью. Бригада из 5 человек укладывает за смену от 150 до 250 квадратных метров плитки. Традиционным способом за смену можно уложить лишь до 60 квадратных метров плитки. Во время укладки керамогранита мастера располагаются на плитах из плотного пенополистирола. Плотный пенополистирол распределяет нагрузку от веса человеческого тела по поверхности пола и препятствует вдавливанию свежеуложенной плитки в полусухую стяжку. Чрезвычайно важным этапом укладки керамогранита является вибротрамбовка пола. В процессе вибротрамбовки полностью заполняются пустоты под плиткой и выравнивается поверхность пола. Пол, выложенный керамогранитом по данной технологии, способен выдерживать значительные нагрузки от шипованных колес тяжелых автомобилей, погрузочной техники, а также ударов тяжелых предметов. Тест, проведенный после укладки керамогранита, показывает, что под плиткой нет пустот, не заполненных клеевым составом. После того, как пол наберет прочность, он превратится в монолит. Гарантия безремонтной эксплуатации такого пола не менее 20 лет. Благодаря совершенствованию способов укладки сфера применения керамогранита расширяется. Так, с появлением технологии виброукладки керамогранит получил широкое применение в качестве напольного покрытия в помещениях с экстремально высокими точечными нагрузками.